Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы вам расскажем отличную новость. С 9 января на канале ТНТ стартует показ нового комедийного сериала «Стрим». «Стрим» — это комедийный сериал о молодом человеке, который решает уйти с головой в интернет и выкладывать всю свою жизнь на всеобщее обозрение в сеть. Почему молодежь называют поколением Z? И что это значит? Этот термин описывает молодых людей, которые родились в середине 90-х до первой половины 2010-х. Молодежь очень подкована в современных технологиях. Они постоянно общаются в интернет-пространстве, не выпускают из рук гаджеты и пытаются быть в курсе всех событий мира. Есть предположение, что цифровое поколение будет рационально расходовать деньги и серьезно задумываться о здоровом образе жизни. Главный герой – обычный молодой человек, который живет своими заботами и проблемами. Он типичный представитель поколения, который от скуки решает стать онлайн-стримером, человеком, который транслирует свою жизнь через интернет. Парень, устав от бесконечной суеты, начинает все свои будни показывать на всеобщее обозрение во всемирной паутине. Сможет ли главный герой достичь небывалой популярности, показывая свою жизнь в глобальной сети? Премьера нового сериала стартует с 9 января на ТНТ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!